На стендах ведущие предприятия региона. Здесь строительные и промышленные компании, заводы, производства, учебные заведения. В таком формате на одной площадке представители различных сфер впервые. Достижения в работе продемонстрировали в первый день форума главе региона Николаю Любимову. Сегодня мы открываем этот форум, поэтому мы сегодня хотим показать всем, и в первую очередь, конечно, нашим рязанцам, что умеют делать наши предприятия. Умеют они очень много. На этих экранах, например, можно увидеть движение города. Интеллектуальная система работает на перекрестках и самостоятельно изучает транспортный поток, а также регулирует сигналы светофоров, чтобы предотвратить образование пробок. Учебное заведение также демонстрирует уникальные разработки, установка которой ставится на двигатель специализированной техники, например, сельхоз, и сообщает информацию о его работе и состоянии на экран компьютера. Данная установка позволяет существенно сэкономить, скажем, затраты крупных, скажем так, пользователей автотракторной техники, вот, с учетом этого, и предотвратить преждевременный выход из строя агрегатов ввиду неисправностей гидросистем. Цель форума – создание уникальной деловой среды для налаживания контактов и привлечения новых клиентов. Он пройдет в течение 2 дней на площадке культурно-досугового центра АК. Алена Куклева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».